это значит, что ты не понимаешь, что вы были виноваты когда-то, да? То есть устроить новую страну на пороховой бочке практически, да? То есть это, ну как, надо было именно сделать этот Израиль на территории Палестины, но при этом не соблюдая конвенцию ООН. И когда было условие, что обязательно будет вторая страна создана, будет Палестина, но она так и не была ратифицирована, да, как страна. Вот. И вот этот вот затяжной конфликт, как постоянно гниющая рана, да, то есть как бы там, ну как, ну хотите получить головную боль, заведите себе гетто, натолкайте туда 3 миллиона людей, лишите их воды, контролируйте их питание, воду, электричество, все остальное, создайте огромную резервацию, лишите их права голоса, они же не имеют права там голосовать, выезжать за границу, отберите у них паспорта и прочее, прочее. Но вы получите Палестину, вы получите головную боль на всю жизнь. И это же не может продолжаться вечно. Конечно, люди будут бороться за свои права.